специально для подписчиков Underground Art. Сегодня ночью я не сплю. Приспичило нарисовать гуля из Darkest Dungeon. Очень симпатичный мобяра, на мой взгляд. Я, конечно, очень люблю рисовать, но все так или иначе приедается. Было принято решение немножко поэкспериментировать. Захотелось поработать с более объемным материалом. И как по мне, так дерево подходит как нельзя лучше. Мы двинули в лес за заготовкой. Наша цель – деревянный столб, на котором мы будем вырезать разные фигуры и лица. И что-то похоже на земляную осу. Давайте-ка давайте свалим отсюда. Не шершень, шершень побольше. Кто их знает? Лягушаты мелкие там. Пойдемте. А вот здесь вот шприцы. Где-то, вот. О, не, ребят, а здесь уже больше. Я вот в тот раз шел буквально 2 дня назад, только 2 было. Да ну нафиг. Опа, а сейчас мы увидим, что это. Элеутерокок. Да его же вообще колоть нельзя. Смысла нет точно. Эта ель, несомненно, хороша. Только мне кажется, что мы ее даже от земли не оторвем. Нужна балясина помобильнее. Миш, куда ты лезешь? Тебе что сказано? Стой! Вот. Да. Отсюда? Ну и... Дотуда. Ну и куда-нибудь дотуда. Она грохнется, пристань. Да, это по-моему доставать. Ручками? Вот это, но мы потом ее вот оттуда, с той стороны, мы ее не подымем. И неизвестно, насколько она тяжелая. Вообще в лесу навалом подходящего сухостоя, но важно учитывать возможность его транспортировки в мастерскую. Сколько будем делать? Вот эта свежеупавшая березка подойдет. И как раз очистим тропинку, на которой она завалилась. И давай просто все-таки еще исходить из того, что ее тащить придется ведь. Она должна быть относительно мобильной, чтобы ее мы хоть втроем могли затащить. Ту дуру я, кстати, не сомневаюсь, что втроем ее вообще можно утащить. Той длины, которая нам нужна. Иной раз задумываюсь, как же кайфово жить в наше время со всеми этими современными инструментами. Экономия сил колоссальная. Березка грохнулась совсем недавно, стружка влажная. Это и стало одной из причин, почему поленце кажется таким увесистым. Блять, сука, неудобно катается. Да, нормально. Все бы ничего, но вот только упирается прям в кость. Может, какие-то мешки или какие-нибудь подушки, да, отнесем в инвентарь, потом придумаем какие-нибудь накладки на плечи. Отлично, все, погнали. За несколько подходов мы дотащили деревяшку до дороги, где нас поджидала заранее подготовленная тачка. Картина называется «Изнасилование Нивы». Все-таки до мастерской еще далековато, тогда почему бы и не воспользоваться четырехколесным другом? Следующим этапом нужно избавиться от коры. Здесь, в принципе, все средства подойдут. Топор, нож, без разницы.
так как вечер надвигается, стоит поторопиться. Неохота заниматься этим в темноте. В конце концов, верхний слой коры был удален. Мы оставили столб в покое. Пусть немножко подсохнет. Далеко от моего дома в лесу стоят деревянные идолы. Они находятся там, сколько себя помню. Когда я пришел туда первый раз, их было намного больше. Но в какой-то момент многих из них снесли и сожгли. Мы же, в свою очередь, хотим создать своего рода тотем. Нас интересует это исключительно с точки зрения ремесла. Лично я этим буду заниматься вообще в первый раз. А регулируется колышком, да, вот этим клином? Нет, ну ты вставляешь по длине, можно его выставить вообще вот такую длину. Но ты просто им ничего не снимешь. Вставляй там, все зависит от того. А вот у Рамы уже есть кое-какой опыт в подобных делах. Но такую большую штуку он тоже будет делать впервые. А надо попробовать, мало ли. Наше бревнышко немножко пожелтело. И остатки глубоких слоев коры заметно потемнели. От них тоже нужно будет избавиться. Я как раз притащил с собой плотнический топор. Сейчас приведем его в порядок и поехали. Я же сам удивлен, что он такой заебательский вас достал. Все-таки для подобных задач лучше всего использовать инструмент, который специально создан для таких целей. Работа при помощи него проходит намного приятнее и проще. Я уже забыл, когда в последний раз держал в руках рубанок. Одно удовольствие, когда без особых усилий срезаешь красивую стружку. Вот теперь бревно уже полностью готово для дальнейшей работы со стамесками и прочими крутыми штуками. Воробей! Мы быстренько сформировали элементы, которые хотели бы видеть в тотеме. Но все равно пока до конца непонятно. Надо думать. В моей группе ВКонтакте на стене активно выкладываются несколько талантливых ребят. Если вы тоже занимаетесь творчеством, то присоединяйтесь. Это так всегда, блядь.